Весной 1945 года в Европе закончилась Вторая мировая война. В Нюрнберге заседал Международный военный трибунал. По его приговору в ночь на 16 октября 1946 года были казнены главари Третьего рейха. Трупы их сожгли, а пепел развеяли по ветру. Многие в мире вздохнули спокойно, надеясь, что с этим пеплом развеяно и само воспоминание о фашизме. В ночь на 16 октября 1946 года произошло и другое событие, казалось бы, затерявшееся в стремительном потоке тех дней. В одном из отдаленных районов Альпийского Нагорья лесник набрел на волчье логово, в котором обнаружил одичавшего ребенка. В то время это никого не удивило. В Европе были тысячи детей, обездоленных войной. И мальчика-волка поместили в сиротский приют, созданный на средства благотворительности. Персонал приюта придерживался старых добрых традиций. Процесс воспитания кончался для них умением есть с тарелки, прилично одеваться и вести себя в обществе. Правда, в отношении найденыша для решения пусть и такой задачи потребовались годы и годы упорного труда. В конце концов, усилия воспитателей увенчались успехом. Волчонок, казалось, забыл хищные повадки, перестал выть на луну и выглядел вполне добропорядочным юношей. И вот настал день, когда воспитатели решились отправить своего подопечного на экскурсию в близлежащий